Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 14 июня. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике ночью погода преимущественно без осадков. Днем по южной половине теплая, без осадков погода. По северной половине смещение атмосферного фронта. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днем переменный 5-10. Местами до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 1-6, местами до плюс 11, днем плюс 23-28, при дожде плюс 15-20. По центральным районам ночью плюс 7-13, днем плюс 23-28. По южным районам ночью плюс 8-13, по юго-западу местами плюс 1-6, днем плюс 25-30. В столице Бурятии без осадков, ветер ночью слабый, днем переменный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9-11, днем максимальная плюс 26-28. Атмосферное давление ночью будет слабо расти до 714 миллиметров ртутного столба. Днем слабо падать до 710. Через печень в течение 1 минуты протекает 1,5 литра крови, а в сутки более 2000 литров. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. Товарищи алкоголики, берегите печень. Не доводите до цирроза.